Евпатория – один из древнейших городов юга Украины. Основан в IV веке до нашей эры и имеет три исторических названия – Киркинетида, Газлев, Евпатория. В V-IV веках до нашей эры греки основали здесь колонию, получившую название Киркинетида. Евпатория получила широкую известность как первоклассный климатический и бальнеологический курорт, детская здравница. Сочетание курортных богатств здесь поистине уникально. Жаркое солнце и теплое море, прекрасные песчаные пляжи, лечебные грязи и рапа Майнакского озера, термальные источники минеральных вод. Город, в котором проживает немногим более 100 тысяч человек, по существу с трех сторон окружен водой. Со стороны северных кварталов открывается панорама едва всхолмленной степи.